Всем привет, меня зовут Телег. Сейчас я нахожусь в главном европейском офисе компании Google в Дублине, где я работаю. Сзади меня вы можете увидеть небольшую статую Android. Также я могу вам показать небольшую демонстрацию. Здесь отображаются запросы в поисковик Google в реальном времени. Мне кажется, довольно круто. Итак, о чем бы я хотел рассказать? За последние 6 лет работы в Google я и официально, и неофициально работал представителем Google Центральной Азии, и одним из самых популярных запросов было появление переводчика Google на языках Центральной Азии. И, конечно же, команда Google Translate сама хочет запустить как можно больше языков. Тем самым они запустили уже целый 71 язык. И сегодня я хотел бы, во-первых, подтвердить, что идет усиленная работа и над центральноазиатскими языками, но главной новостью является то, что если вы знаете, во-первых, английский язык, во-вторых, или казахский, или кыргызский, или таджикский, вы теперь можете напрямую помочь команде Google Translate. Ниже, в описании этого видео, вы сможете найти ссылки, по которым вы можете увидеть переводы, созданные предварительной версией переводчика. И вы можете их оценить, тем самым помочь улучшить систему. Мы пока не можем гарантировать, что мы запустим Google Translate на вашем языке, так как, например, одним из важных факторов является то, что, насколько много текста в интернете на этом языке. Но команда, конечно, будет очень стараться, и ваша помощь будет очень-очень полезна. Если у вас, буду рад услышать от вас также вопросы и пожелания в комментариях. И всем заранее спасибо, большое спасибо и пока.